Приветствую зрителей. Благодарю, что с нами. ЗАГС – это название сериала. Его мы с вами 26 февраля 2022 года. Показ состоится по телеканалу «Россия». Предлагаю мы узнать анонс сериала. Итак, начнем. Лидия Ильина, начальник отдела в городской администрации. Однажды она увольняет одного из своих сотрудников, который оказывается племянником олигарха, и влиятельный родственник устраивает скандал. Ильиной грозит увольнение, но ее спасает чиновник, с которым у Лидии давние романтические отношения. Он предлагает ей скрыться от гнева начальства, уехав из города и временно став заведующей провинциального ЗАГСа. А через пару недель он обещает помочь ей вернуться на новую высокую должность. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. На вокзале в одном из носильщиков Лидия узнает свою первую любовь, некогда перспективного футболиста по прозвищу Марадона. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.